Ну, хоть одно радует, тачки не пропадают. Кстати, в аэропорту там автобус с этим не пропал. Хочу юго-запад карту проверить. Помнишь, где мы Волгу оставляли? Так это может тебе процент возвращают. Ну, научился летать. Без автозависания учишься. Садиться, разумеется, надо с автозависанием везде. Субмарину с автобусом взорвать, знаешь, что ты заходил. Бандюган по нам стрелял, взорвал все. Лопатина.
Ну может это Бунтович, он же заходил, может он перегнал. Нет, причем здесь очень классно перегнал. Может просто куда-то надо было отогнать, он и отогнал от. Ну он посчитал, что это ненадежно. Автобус в Мышкино, субмаринова лопать. Ну так, наверное, его прятали. Ну не знаю я. Ну, а ты проверял, какой он? Сейчас Мышкина уже почти.